Всем привет, вы на канале Apollo Games. И это Shadow Sade. Капец, тут все прогружается, конечно. Ладно, идем дальше. В прошлой серии мы убегали от полиции, потому что наше второе я, ну то есть мы шизофреник, наше второе я убило кого-то. Так, это полиция, да. Не ехали отсюда. Убило, короче, кого-то, и мы бежали, свалились в реку. Это чё за чел такой проходил? Свалились, короче, в реку, и нас подобрал какой-то чувак. Выходил нас. Меня разыскивает полиция, там все дела. Так, чё мне делать-то? Что там такое? Я типа правильно понял, мне нужно по домам вот так вот ходить, что ли? Или нет? Что мне делать-то? Давайте идти дальше по дороге. Что делать? Давай в ту сторону пойдем. Как бы было бы логичнее. Это что? У нас опять какие-то приходы сами по себе. Ты убийца, ты убийца, ты убийца, ты убийца, ты убийца, ты убийца. И снова, и снова, и снова, и снова. Вселился в собаку. В собаку, представляешь? Ты меня вообще слушаешь? Эй! Ты решил меня игнорировать? В какую собаку он вселился, если типа мы шизофреник? Или тут что-то не так? Может быть, это что-то другое? Ты слышишь это? Слышу что? Смотри, это же кот. Давай возьмем с собой. Зачем он нам нужен? Идем дальше. Эй, хочешь, чтобы он замерз? Бери его, или будем стоять здесь очень долго. Взять кота с собой? И где он? А, нас разворачивает. Понятно. Где кот-то? А, да? Теперь мы гуляем с кисиком. Мне казалось, ты ненавидишь все в этом мире. Да, так и есть. Но котиков я обожаю. Ну как их можно ненавидеть? Котиков все обожают. Найти место для сна. Где мы сейчас найдем место для сна? Ну, можешь вот тут под деревом поспать. Котик даже не сопротивляется. Я вообще не знаю, я правильно иду или нет. Как бы непонятно. Ну и как ты назовешь кота? Видимо, а? Правильно. Никак. Ну ты и зануда. Окей, тогда я придумаю. Может, Пушок? Или Блохастик? Или какой-нибудь... Может, ну... Давай ты просто заткнешься, и мы пойдем молча. Грубовато.
Здесь что-то типа костров лежит. Два раза мы вот видели. О. Я могу переждать шторм типа здесь. Так. О. Кисик. Тут даже матрас у нас есть. Офигеть. А что за звук костра? Какой-то звук костра здесь есть. Я не понял. Или это над нами? Ладно, в общем, что мы делаем? Лечь спать мы не можем. Что происходит? Задание у меня какое-нибудь высвечивалось или нет? Палки эти я подобрать не могу. А нет, могу. Значит, и те тоже. Вот я и говорю, я их сразу заприметил. А, вроде больше не было. Если я не ошибаюсь, ну блин, можно сбегать, посмотреть. Может быть, что-то было. Так. Что-то там про холод, волков и так далее. Ладно, это, я думаю, нам не интересно. Мы, наверное, должны пойти и разжечь там костер. Ну, это звук этого костра, это вот, видимо, баг какой-то. О, котик уже перелег на матрас. Все, пора ложиться спать. Да. Я все жду, когда расскажут все-таки, что с нами и как вообще. И в чем смысл игры. Так, часть седьмая у нас, флешбеки. Котик, где котик? Котика нет. Как мы без котика? А, вот котик. Давай. Угу. Он, короче, котика под жакет вроде спрятал. Так ему будет не холодно. С добрым утром. Как спалось? Как настроение? Пока тебя не услышал, все было отлично. У меня к тебе вопрос. Что ты вообще такое? Вот у меня тоже. Ты не поверишь, но я человек. У меня даже имя есть. Я Ричард. Ричард Хилл. Точнее говоря, я был человеком, пока копы не пристрелили меня в своем собственном доме. Почему они это сделали? Я оказался случайным свидетелем их грязных делишек. Все равно не ясно, кто он и как он оказался в нашей голове. Самое главное. А вот типа показывают, да? Он увидел их грязные делишки, и они, короче, за ним поехали. Ты на мне отыгрываешься? Можно сказать и так. Но ты не бойся, все идет по плану. По какому еще плану? Что ты задумал? Так, куда мне идти-то? Ну, у нас только один выход сюда. Так, что дальше? Там мы не можем пойти. Невидимая стена преграждает наш путь.
Значит, сюда. Надо не попасться. Так, ну бежим просто и все. Они не должны нас догнать. Так. Воу-воу-воу. Ну, мы успешно преодолели мост. Я думаю, если бы мы свалили вниз, свалились бы вниз, то это все было бы. Не знаю, блин, как по мне, игра как-то скучновато вот, ну, таких моментов даже просто, как вот пробежать по мосту или еще что-то, их почти нет. То есть мы основное время просто идем по лесу и, ну, блуждаем. Симулятор ходьбы такой. Мне не сюда. Непонятно зачем, куда мы идем. Просто ходим, а с нами чел какой-то в голове разговаривает. И иногда контролирует наше тело. Ну, иногда поет еще. Вот. Ну, с ним хотя бы повеселее. Хотя, если бы он, наверное, всегда так делал, это бы напрягало. Ну, блин, хотя бы побольше бы разговоров было бы. Потому что, ну вот, что я сейчас делаю? Я не знаю. Так, здесь... Так, что-то высвечивалось. Идем среди каких-то стогов сена. Не понять, где вообще что. О, полиция. Но она мимо проехала. Так, куда дальше? Это было что, типа, что-то типа загадки, куда мне идти? Типа, я должен был догадаться, что нужно перепрыгнуть через забор и идти сквозь деревья. Ну, мы видели, как бы, в первых сериях, типа, как настоящие загадки нам давали, ну, такое. Часть восьмая. Нужно опять куда-то бежать, только уже через какую-то пещеру. Так, здесь я не пройду, наверное.
здесь пройду. Ну, типа такое, блин, говорю, это вроде как даже приятно сделано все по графике, вообще, там, все дела, но интерес просто, ну, никакой. С нами ничего не происходит, мы нашли какой-то меч, это, видимо, пасхалка какая-то, но с этим мы сделать ничего не можем. А, это... Пасхалка к Dark Souls, узнаете, да? Типа, где сохраняться. Костер. Костер меч втыкиваешь. Ну, нашли пасхалку к Dark Souls. И это, я думаю, игры не должны так делаться, что, блин, пасхалка это одно из самых интересных просто вещей. Ну, в этой игре это пасхалка. При том, что, ну, она как бы не очень интересная. Ну, просто Dark Souls, да Dark Souls. Ну, ладно, все, как бы, типа, прикольно. Так, там кто-то побежал куда-то. Кто у нас тут? Мы выпустили олененка. Что? Я решил проверить просто, будет ли наноситься хоть какой-то дамаг. Короче, от костра. Но он просто без звуков, без ничего, упал и все. И начал там барахтаться. И мы типа умерли. Ну такое. Здесь кто-то рыбку ловит. Так. Ничего подобрать нельзя. Это что такое только что было? Мне показалось или... Блин, может быть это отражение было? Как будто кто-то полз. Движок игры у нас, кстати, CryEngine, на котором... Ой, кисик бунтует там. CryEngine, на котором делался Crysis. И... Ну, из этого движка можно было бы даже что-то получше выжать. В том плане, что, ну вот, единственный плюс у игры это ее графика, но на этом движке можно было сделать еще лучше. Так, жди. Как? А, ну ладно. Он сам типа ухватился. Блин, еще после вот того, как мы залазим, нужно еще раз нажимать кнопку вперед, потому что он все равно, ну, как бы, после того, как залез, он не идет. Вот я сейчас жму кнопку вперед, все, я стою. Так. Это типа еще новые элементы геймплея. То, что типа мы так прыгаем. Да. Ну не знаю, я думаю, просто если бы эту историю ужать, например. Ну, я правда не знаю конец этой истории, там все дела. Но если там что-то интересное, то думаю, если бы это все было либо при меньшей продолжительности, либо при лучшей подаче, то есть не просто вот, вот мост делать такой длины, просто это называется тянуть время. Просто брать и тянуть. Я не понимаю, зачем нам вообще к этому копу нужно было идти, и за что он... Блин, вот
просто, ну, зачем кидать бомбу, какую-то гранату в нас, если ему нужно нас арестовать? Зачем ему это делать? Почему здесь все так нелогично? Почему? Зачем он кинул в нас что-то? И оно взорвалось. Причем, говорю, это даже, блин, не граната какая-то была, а типа, блин, бомбы. Фиг знает. Вот, вот снова все. Тянуть время, бесконечное поднимание. Ну, мы просто сейчас будем подниматься вот это вот. Не знаем даже сами куда и зачем. Так, тут что-то есть. Пойдем уже посмотрим. Раз уж есть. Угу, мы жетон нашли. Сюжет не то, что как бы не держит в напряжении. Его тут настолько мало, что просто, ну, полнейшая скукота. Раз как бы разработчик хотел создать симулятор ходьбы на движке CryEngine, он мог просто сделать этот грёбаный симулятор, плюс еще и получше. Опять что-то взорвалось, я уже даже не хочу знать, что и зачем. Ой. У меня просто уже немного как бы подгорает от этой игры. Вот я сейчас прыгаю. Здесь я не могу прыгать, как будто, ну, здесь слишком узкое помещение. Почему? А непонятно почему. Ну, мы нашли какую-то палку. Что дальше-то? Только не говори, что ты хочешь взять двумя руками за палку и спуститься. А, ну ладно, мы даже не видим рук и на чем мы спускаемся. Ну да, мы спускались на палке. Так. Что же мы видим дальше? А мы видим дальше что? То, что нам еще залезать в гору, да? Что это здесь горит? А-а-а. Это типа начало нашего движения, что опять произошло. Как будто с высоты упали, а не поднялись. Ну, я просто типа подошел, нажал на F, и он начал подниматься. Мне оставалось только жать кнопку вперед. Да, блин, тут без разницы. Ничего интересного, что там не будет. В том плане, что не думаю, что какие-то различия будут. Забираться мы можем только с середины. Ну, до середины дойти как бы... Что? Ну ладно, пойдем здесь. Смотрим. Угу. Здесь ничего. Здесь запрыгнуть не можем. А, да? Только, братан, я уже перепрыгнул, как бы. Зачем это ломать? Или, блин... Что?
интересно. Ну и сломал я ее, и что дальше-то? Здесь пройти... А, да? Мне надо было, типа, пригнуться, чтобы пройти. Смотри, сам догадался. Даже моя помощь не понадобилась. Так. Ну. Сейчас мы снова окажемся непонятно где, и у нас будет задание бежать непонятно куда. Дайте угадаю, ну-ка. Что же нас там ждет? Ну, понятно. Я, наверное, все-таки продолжу еще играть. 15 глав в этой игре. Мы сейчас на 9 останавливаемся. Я просто хочу узнать, что же все-таки будет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.